здесь пошла. Там видишь, время идет по полчаса. Где время идет? А, точно. Так, мы едем на экскурсию на Лиман. Доехали полпути. Нам подсказали снять видео. Вот, пожалуйста, культурный отдых людей. Без бухла. Хамло на отдыхе. Кто-кто? Хамло на отдыхе. Мама, покажи, покажи, мам. Мама, покажи. Катя ела арбуз чумазая, обгорелая. Классная такая Катя. О, корова купается. Ну, чё, отсюда уже можно купаться. Как раз корова пописала там. Купайся, Саш. Что-то рычажок этот не могу сделать, ну. Вот так вот ложишься на пузо, Катя, и плавать учись, смотри. Смотри, Соня. Вот так, вот так. Девочки, привет. Мы пришли снимать отлив. Рядом с нами вот младший научный сотрудник Александр Алексеевич, который самый главнейший специалист в этом деле на переправе. Вот. Еще себе. Вот это отлив. Вот, ребята. Вода была вот до сих пор.
Смотрите, насколько ушло. Сейчас вот как раз ходить и искать что-нибудь, вдруг что-нибудь, какие-нибудь кольца золотые или что. Посмотрите, насколько вода ушла. Невкусно? А там на пляже тоже вода ушла? Нет, пляж там. Только в лимане? Офигеть. Кто? А вон, ну видишь, да, а это что там торчит? Труба вылезла или что это? Вот это что это там торчит? Куш, короче, охотники ставят. А что такое? Ну это засевка. Ага. Утка привыкла, что. И вот этот охотник садится и будет там посадкой. Девочки, ищите золотые вещи, украшения и всякие артефакты. Папа, там ветка нашла. Она еще ебать, ветка, блядь, вот это вот восточняк, блядь. Ебать, по берегу прошел, блядь, рубля полтора. Что ты еще? Ну, СССРовскими собираю. Я даже сильно золотые. А она вода вернется? А? Когда вода вернется? Конечно. Ну это восточняк, сейчас задул восточный ветер. А. Низовка нахуй. Ну ебанет нахуй будет от на камнях, блядь. А. Не хожу на ты. Кого нашли? Стрекоза? Вот она. А, стрекоза. Да. А ну-ка. Ух ты. Монстр. Стрекоза монстр. Да. Стрекоза монстр. Он живой, да, папа? Живой, давай посмотрим. Папа, папа. О. Пап, он живой, пап. О, Катя. Ну-ка ручку дай. Покажи вот так ручку. А я положу на ручку, давай. Не бойся, она не кусается. Да покажи ручку. Она не уходит. О. Ну что, лети. Они пчел любят, да? Пчел любят? Вот стрекозы, блин. Как там, Саш, налетела банда стрекоз и съела три улья? Чего? Да что ты стесняешься? Не ссы, я не буду на YouTube выкладывать.
Кого? Кого? Вот эту? Тебя давай. Нет. Так, это мы, значит, пришли на пляж. Забегаловку вот тут поставили у нас. Верандочки. Спасатели. А. Пошли, пошли дальше. О, а это что за рыбачишка тут? Эй, рыбачишка, ты что тут делаешь? Смотри, чтобы не стукло. Что там, что там, покажи. Таранька? Водя! Где? Да. Покажи, покажи. Покажи. О. Долго сидит? Папа, папа. 53 минуты. А у тебя побольше? Да. Ну то местный рыбак. О! О, опарыш, опарыш упал у тебя. Смотри, ползет, козел. Он же убежит. Никита, вот смотри. Зварочка. Ну сегодня жареха будет, да, знатная? Ага. Давай, Богдан. Тебе Богдан рассказывал, как у нас опарыши в холодильнике растут? Ну что, ребята, рыбачить будете? Сейчас, да, покажу, как мастер рыбачит. Мастер-класс? Да. Ух ты, какие классные. Только за 150 рублей. Мы не протухли. Ты, надо вот такой садок, вот сетка у нас там есть. Это вообще-то она... Ника, Соня, уйди. Это не у тебя пропадут сейчас 100%. Их надо в воду. Слышишь? Пакет поставь камень. Я вот камень поставил. Эй, подожди, побалди мне не дай. Вот туда под прикормку надо хотя бы хлеб. Сейчас. В пружину. Сейчас. Соня, вон, видишь, колбаса лежит вон. Дай мне, пожалуйста. Вот колбаса, колбаса. Где это? Где? Не надо. Оно кексом пахнет. Кекс, ну что, вы пойдете это рыбачить? Ой, тьфу, блин, давайте купаться. Пойдем, подожди, о, давай-ка гуся снимем. Тут до берега 600 метров. Классно приближает, да? О, Батюк, твоя сигарета валяется. Да. Белая, вот смотри. Это ты в попыхах откидывал от себя, да? Вот, вот. Где, дай посмотрим. Вон, вон, Катя, не сомневай. А, палево, так, а что палево. Сигарета? 21 век. Блин, это ж где такие сигареты-то, блин? Где покупаете, Богдан? А?
Я уже 100 лет таких... Дай сюда. Папа, слив? Куда пошли? Вон она. Так, чувак там тащит. Посмотрим, что он тащит. Молодец, ты нас нашел. Я тебе звонила, звонила. Есть, да? Вот это рыбак. Молодец, Никита. Ну-ка, Никита, покажи, покажи. А, ну нормально. Рыбачки, а зажигалка-то у вас есть? Должна быть, я знаю. Давай, колися. Никит, зажигалку ей дай. Отойдите, отойдите. А? Да ладно, ты гонишь, нету. Я знаю, что есть. Дай подкурить-то, блин. Давай я пойду окосиную, давай. А? Будя, давай. Да есть, я знаю, что ты. А ты? Нам местные тебя сдали. Теперь мне дай. Дайте мне, дайте мне. Один канал. Мама, ну-ка меня запечатли с девчонками. Там включена уже камера. Ну дай, 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 Сонь. Я голодная. Уже идет запись. Так. Папа стреляет зажигалку у местных пацанов. Ты лопух, блин, надо прикормку туда ложить. Да положил он. Никита без прикормки ловит. А ты лови с прикормкой, у тебя сейчас попрет, блин, мазута. Эй, мазута. Вот вы пришли, что-то вот сразу кидать на... Мама, ты снимаешь? Ну я не знаю, я тут у тебя идет 19.59. Мама, дай мне, дай мне. Мама, дай мне. Это папин, нельзя его. Ты снимаешь? Да. Ну снимай, снимай. Коля, полезай. Тапки потерял. Нажимай на стоп, как ты на стоп нажимаешь? Ну на нее нажимай, на красную.